Всем привет! Идею для этого ролика посоветовал подписчик. Спасибо ему огромное. Не знаю, снимал ли кто про это, так как по Вайлду никого не смотрю и вообще по играм. Если у вас есть какие-нибудь идеи для новых видео, то пишите их в комменты, пожалуйста. У меня уже заканчиваются. Вы обязательно попадете в следующее видео. Только старайтесь не писать то, что уже было у других ютуберов. Не люблю плагиатить. Всем приятного просмотра! Для начала скажу, что трансформации дают плюс 10% к опыту, поэтому в прокачке они необходимы вместе с бустами. Итак, я начну по списку. Первое животное – волк. На него доступны трансформации енота, оленя и гиены. Из них самая лучшая трансформация гиены. Во-первых, будет сильно бить, а во-вторых, она довольно-таки быстро бегает. Если сравнить ее с енотом, то они будут почти похожи, только вот у гиены будет меньше здоровья, чем у енота. Зато силы больше, и криты выше и чаще. Ну и энергии у гиены меньше. Тут уже вам решать, кого из них использовать. Эти две трансформации очень хорошо вам помогут. Следующий зверь у нас лиса. На нее доступны трансформации енота, оленя, газели и змеи. Самое лучшее будет енот. Если эта трансформация у вас закончится, вы можете взять газель. Она довольно-таки быстрая. Также можно поиграть на олене. Он и быстрый, и сильный, и здоровья много. А змея хоть и сильная, но по скорости бега медленная. Тут уже по желанию и вкусам. Следующий зверь у нас в списке — это рысь. И у нее доступны енот, олень, гиена и змея. Самый лучший — енот и гиена. Я уже говорила почему. Следующий зверь — медведь. И у него доступны только бегемот и носорог. И самый лучший тут, наверное, будет бегемот. Но вы можете использовать по желанию, так как между ними по статистике разницы практически нет. Следующий зверь — лев. И у него доступны трансформации бегемота, жирафа, газели и носорога. Если вам нужна скорость, то берите газель. А если сила, то либо носорог, либо бегемот. Это уже по вкусам. Следующий у нас гепард, и у него есть трансформации бегемота, жирафа и гиены. Гиена будет самой лучшей, идем дальше. Следующий зверь — лошадь, у нее доступны олень, жираф и газель. Лучшими будут олень и газель, а жираф как-то медленно бегает, но тут тоже по вкусам. Следующее животное — это орел, и у него доступен только попугай. Ну тут мне даже сказать нечего, идем дальше. Следующий зверь — крокодил, у него доступны бегемот, носорог и змея. И тут самыми лучшими будут бегемот и змея. По статистике змея выходит побыстрее носорога, но также можете использовать и его. Следующий зверь у нас — это тигр. На нем доступны трансформации жирафа, гиены, носорога и змеи. Лучшими будут гиена, змея и носорог. И последний на сегодня — это горилла. У нее доступны енот, газель, гиена и змея. Самые лучшие — это енот и гиена. Но если вам нужна скорость, то берите газель. Хотя она даже чуток помедленнее их будет. А на змее вы просто замучаетесь играть, так как на ней сложно уворачиваться от врагов из-за ее скорости. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.